Известная в Челябинске телеведущая нуждается в срочной помощи. У диктора новостей Маргариты Боровченко серьезно больна дочь. У 4-летней Вики ДЦП и аутизм. Лечение требует огромных затрат. Татьяна Богатырева расскажет подробнее. Маргарита уже 3 года пытается поставить дочь на ноги, и результаты есть. Вика начала ходить и посещает детский сад, но еще не говорит и только учится концентрировать внимание. То есть отслеживаются очень точно все биохимические параметры ребенка. То есть нужно сдавать там всякие такие сложные названия, как ферритин, креатинин. О страшном диагнозе у дочери Маргарита узнала, когда девочке было всего 8 месяцев. Врачи поставили Вике прививки – БЦЖ и от вирусного гепатита. После уколов ребенок стал отставать в развитии, ползать научился лишь в 2 года. Так, бросай. Молодец, попала. Маргарита возила дочь в Москву и в Новосибирск. Российские врачи оказались бессильны, но родители сдаваться не стали. Через интернет узнали о западных специалистах. Это наша диета по дням, то есть каждый день, что мы едим. Здесь у меня по часам, какой препарат и в какое время мы должны выпить. Все по часам. Канадские врачи составили для Вики диету. Уже год ребенок на этом лечении, и результаты потрясающие. Лечение по данной методике приносит значительные успехи у ребенка. Лечение нужно обязательно продолжать. Конечно, это дорого, стоит больших денег, тем более, что анализы сдаются не в России, а в США. Препараты тоже выписываются оттуда. Маргарита ежедневно рядом с дочерью, ведь витамины ребенку нужно принимать каждые 1,5 часа, а еще занятия с дефектологом, массажи, бассейн. Вика стала возвращаться к жизни, но лечение очень затратное. Витамины из Америки, уколы из Канады. Только один курс минимум 60 тысяч. Это витамин Е, антиоксидант. Эдебинон тоже очень мощный антиоксидант. Витамины группы Б. Это самая дорогая банка, она где-то $50 стоит. Все консультации с врачами по интернету. Ведь чтобы назначить лечение, достаточно только результатов анализов. Эдебинон – это антиоксидант, она пишет мне. Да, это уникальный внутриклеточный антиоксидант, участвующий в переносе электронов в митохондриях. Семейного бюджета на реабилитацию и анализы уже не хватает. А ведь нужно совсем немного. Маргарита Боровченко надеется на помощь телезрителей. Все реквизиты на сайте 31 канала. Когда родители перестают верить в ребенка, то уже у ребенка нет будущего.